Для того, чтобы сегодня создавать современную музыку и классные танцевальные аранжировки без напрягов, вам нужен не один какой-то решающий фактор, а как и везде, нужна комбинация сразу нескольких важных умений. Грамотный подбор уместных сегодня инструментов, тембров и звуков для вашей идеи, что требует не просто прощелкивания пресетов, а понимания нескольких принципов их комбинирования и взаимодействия. Необходим навык поэтапного раскрытия и развития вашей идеи, от ее вступления до кульминационной части и впоследствии красивого завершения. Все это осуществляется с помощью методик поэтапной нагрузки или разгрузки частотного спектра и ритмической секции через разные этапы в вашей композиции. Создание уместных переходов или звуковых эффектов между разными стадиями развития вашей идеи. Каждый начинающий сталкивался с проблемой неуместного и банального звучания в такой ответственный момент перехода. Есть несколько факторов, за которыми нужно проследить при подборе в определенный момент таких звуковых эффектов или других способов перехода. Базовые навыки обработки и сведения. Они просты. Это и балансировка, и эквализация, компрессия, и пространственная обработка. И этого будет достаточно для того, чтобы ваша композиция была на уровне современного звучания танцевальной поп-музыки и звучала чисто, ярко, глубоко и объемно. Никто не говорит, что этому можно научиться за ночь. Нужна интенсивная практика и не один день. Ну а для практики и еще до нее вам необходимо полностью погрузиться в детали создания и реализации всех этих умений на примере создания полноценной и завершенной композиции с полного нуля в таком жанре. Это полное погружение с мельчайшими деталями и правилами скомпоновано для вас в нашем новом курсе «Пошаговое создание танцевальной поп-музыки», где я простым и доступным языком обучаю вас всем этим навыкам, необходимым для того, чтобы вы максимально эффективно и быстро начали создавать свои композиции на уровне современного и мирового звучания. И все это на примере создания насыщенной композиции на стыке танцевальной и поп-музыки. Программа видеокурса максимально направлена на ваш результат в качественном и современном жанре танцевальной поп-музыки. Обучение без заумных терминов, простым человеческим языком, на популярном секвенсоре FL Studio и на простых плагинах с их рекомендациями, с предоставленным проектом получившегося результата в виде бонуса к курсу, чтобы вы лично окунулись в любые детали пройденного процесса создания трека. Прямо сегодня этот курс выходит в доступ на приобретение, и по традиции, в первые 7 дней запуска курса все эти знания вы можете забрать за половину их стоимости. Для того, чтобы ознакомиться с подробностями и содержанием этого видеокурса, либо успеть забрать его с 50% скидкой, переходим по ссылке в описании к этому видео. Это был Алексей Дворцов. И помните, самое главное — это писать больше музыку. Обучение — это всегда основа для практики. Но музыку мы должны создавать постоянно. Только так мы сможем стать лучшими в этом деле. Увидимся с вами в курсе.